Натуральный творог очень полезен всем от мала до велика. Главное – правильно подобранный процент жирности. Например, пожилым людям и страдающим избыточным весом следует выбрать продукт не более 3% жирности, а детям от 5 до 9%. Возьмите на заметку, частое употребление жирного творога 18-20% приводит к развитию атеросклероза. Если с жирностью все ясно, то остается разобраться с качеством магазинного творога. Дело в том, что некоторые производители в целях минимизации затрат добавляют в продукцию крахмал. Он почти незаметен в твороге и гораздо дешевле, а вот польза такой добавки весьма сомнительна. Как же определить качество творога? Для эксперимента вам понадобится по пачке творога разных производителей. Один раз придется потратиться, но оно того стоит. Из каждой пачки возьмите образец и капните на него одну каплю йода. Если в составе продукта есть крахмал, он сразу проявит себя синим цветом. Все просто. Кроме того, перед покупкой творога всегда обращайте внимание на его состав. Натуральный продукт содержит только молоко и закваску, без загустителей, сухого молока, воды. Покупайте творог белого цвета. Желтый оттенок говорит о наличии красителей, а розоватый о буйном росте бактерий. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.